Всем привет-привет, ребята, меня зовут Женя Гейн. Сегодняшнее видео будет о шмотках-манатках. Давненько я не снимала такого рода видео, а именно о покупках, о вещах. У меня накопилось их огромное количество, и я сегодня с большим удовольствием покажу вам все свои вещи, которых у меня немало. И буду примерять, показывать, как они на мне смотрятся. Так что поехали. Первое, с чего я хочу начать, это очень-очень классные джинсики, которые я купила в топ-шопе. Они на завышенной талии, рваные, немного укороченные, и они офигенно подтягивают вашу попу. В общем, они не только попу подтягивают, они классно подтягивают все ваше тело. И за счет этого они очень хорошо сидят, и, в общем, вы выглядите стройнее. А также мне в них нравится цвет. Качество превосходное. Вот. Всем вокруг они тоже нравятся. Следующий костюмчик, который я вам тоже хотела показать. Вот в таком красивом принте, а-ля Шанель. Ткань очень плотная. Это комплект, юбочка и кофточка. Юбочка, если сказать честно, мне не очень понравилась. Она сидит как-то странновато. Кофточка очень классная. Я ее отдельно ношу под кожаную юбку. Недавно у меня была фотосессия в этой кофте. Можно также под джинсы ее носить. Здесь укороченный рукав. Сама эта кофта тоже сама по себе укорочена. Смотрится все это очень стильно и красиво. Мне очень-очень нравится этот принт. Он сейчас в моде. На весну она в самый раз. На все вещи, которые я покажу в этом видео, будут ссылки под этим видео. Так что загляните, не забудьте. Следующее, то, что хочу показать, это очень интересное пальто, которое без пуговиц идет. Сейчас очень модно такого рода пальто. Оно, знаете, смотрится просто как халат. Это пальто длинное, но при моем росте 1,80 м, оно, в принципе, не такое уж и длинное. Я заказала L, но, знаете, это с трудом налазит на M, тем более на таких крупных девчонок, как я. Рукава мне немного коротковатые, но я их подкатываю. Сейчас носить это пальто еще рановато, но я буду носить его с удовольствием, когда потеплеет. Вот сейчас будет уже весна, я надеюсь, скоро. Просто вы как бы накидываете на себя и вот гуляете с кроссовками. Кстати, очень круто смотрится. Следующее, то, что я хочу вам с удовольствием показать, это вот такие классные кроссовки New Balance, которые я заказывала в Америке. Я заказывала их на сайте Nordstrom. На этом сайте 100% нет подделок. Я очень часто с него заказываю. Напрямую этот сайт не доставляет. Я заказывала через посредника. Посредник – это бандеролька. Сейчас многие через этот сайт заказывают. Недавно я заказала себе очень много вещей из Америки. И когда все эти вещи доставят, я тоже с удовольствием сниму для вас видео. А эти кроссовки мне очень нравятся тем, что, во-первых, они очень легкие, стильные, модные, подходят под и все. Сейчас знаете, что даже с платьями носят такого рода кроссовки. Я давно такие хотела. В общем, они мне очень-очень нравятся. Вот так. Очень красивое платье из эко-кожи. Я его очень часто ношу. Снизу здесь гипюровая вставка. Здесь очень глубокий V-образный вырез. И на этом вырезе тоже здесь гипюровая вставка. Сзади есть замок серебряного цвета. Платье это не слишком короткое. Я заказывала себе в M размере. Но, к сожалению, сейчас этого платья нет на сайте. Я уже узнала, потому что очень многим моим подругам это платье приглянулось. И девчонки хотели себе его заказать. Но, к сожалению, его уже нет на сайте, нет в наличии. Ну, подождите, может оно появится, да. Но платье действительно очень качественное. Следующий костюмчик тоже юбочка и кофточка. В модной клетке зеленого цвета. Юбка, опять же, мне не очень нравится, потому что здесь есть резинка, и она как-то странно пережимает. Если у вас есть какая-нибудь длинненькая кофточка, которая закроет эту резинку, то, в принципе, юбочка неплохо смотрится. Но если надеть вместе юбку и вот эту кофту, то смотрится так, не очень. Поэтому я тоже ношу по отдельности. Я закатываю здесь тоже рукав, потому что он мне немного коротковат. В Инстаграме, может быть, вы заметили, что я очень часто надеваю этот пиджак. Это с Icewag Shop. Здесь тоже эко-кожа. Рукава здесь выполнены из ткани, вязаной ткани. Низ здесь тоже очень интересно выполнен. Здесь просто тоже тканевая вставка, поэтому как бы эко-кожи немного. Смотрится он тоже очень хорошо, этот пиджак, и я довольна, то, что он у меня есть. Я его очень часто в последнее время надеваю, он очень практичный. Даже под куртку я его ношу, там, если приезжаю в какой-нибудь торговый центр, я просто куртку оставляю в гардеробе и хожу в этом пиджаке.
Вы меня спрашивали последнее время, что это за плащик, какой-то бренд. На самом деле я его купила очень давно, еще тогда, когда мы были в Гонконге. И забыла вам его показать, да. Мне кажется, такие плащики никогда не выйдут из моды, потому что это беспроигрышный вариант. Он подходит под все и смотрится очень стильно. Это классика. Здесь нет бренда, я его купила в Гонконге. Мы гуляли по какому-то рынку огромному, и ночью я его себе купила, потому что было жутко холодно. Еще вот эта кофточка, которая сейчас на мне, она из Зары. В общем, здесь снизу, спереди и сзади вставка такая из белой ткани. Смотрится эта кофточка тоже очень прикольно. И под джинсики, так ее, знаете, заправить. Она такая свободненькая. Мне это очень-очень нравится в последнее время. Мне нравится в последнее время, знаете, такой уличный стиль. Что-то такое свободное, ненавязчивое. Конечно, если какое-то мероприятие, то я надеваю, да, каблуки, я надеваю там какие-нибудь платья, юбки. Все-таки мы девочки, и так нужно делать, потому что я на самом деле очень люблю носить кроссовки, джинсы рваные, шорты, и не могу избавиться от этой привычки. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!